Красному Гулинга Маклаков Никита, спортивная школа «Строитель». Ему 14 лет, боксом занимается 3 года. В ринге провел 20 боев, 10 одержал победу. Имеет второй юношеский разряд. Тренируется под руководством Мыльникова. Балеев Карим, спортивная школа «Олимпийский». Ему 14 лет, боксом занимается 2 года. Провел 5 поединков, 3 одержал победу. Тренируется под руководством Терентьева. Thank you.
В этом бою разделен решением судей. Победу одержал боксер красного угла Маклаков Никита, спортивная школа «Строитель». Награждение боксеру будет проводить директор спортивной школы «Строитель» Халилов Рим Ахмадович. За второе место награждается Валеев Карим, олимпийский. Ваши аплодисменты. За первое место награждается Маклаков Никита, спортивная школа «Строитель». Никита также награждается специальным призом от Федерации бокса города Набережные Челны.